там я забыл. Штучка. Сейчас будем возвращать. Ну, друзья, привет. Всем привет. Мы на канале Географ по заданию. Я снова в Икее. Будем сейчас забирать деньги за забытую вещь. 14 числа, в четверг мы приезжали, здесь завтракали. И я забыл на кассе цоколь от кухни. Вечером я опомнился, позвонил, и мне сказали, приезжайте, и мы вам вернем цоколь, если вы приедете в этот же день, если нет, то вернем деньги, но уже позже, с чеком и с паспортом. В общем, стою в очереди, жду. Паспорт не нужен. Все четко записано. А мой цоколь, что он был принят и возвращен на склад. Мне сейчас вернут деньги за него. Может, я его опять успею купить. Вот так вот все это происходит здесь. По-любому можем, да, подойти. Возьмите талончик, вот там. А? Талончик вот надо взять. Ну вот и все. 5 минут времени и все оформлено. Денежки будут возвращены в течение 5 дней, но скорее всего это произойдет гораздо раньше. Все быстро. Так что не забывайте ваши вещи. Пока.